Для тех, кто первый раз у нас, вы находитесь в клубе журнального зала. Меня зовут Татьяна Тихонова, я менеджер этого клуба. По всем вопросам можете обращаться ко мне. А руководство вечером я передаю в 10 вам. Друзья, приветствую всех. Я считаю, у нас замечательный сегодня состав. И сегодня мы представим наш проект, который называется «Газета «Литературное известие». И это совместный проект Союза литераторов России и компании «Инвест Консалтинг». Несколько слов вообще о том, чем мы занимаемся. Союз литераторов – старейшая писательская организация. Сегодня о Союзе литераторов расскажет сопредседатель этой общественной организации Дмитрий Юрьевич Сосничук, который здесь присутствует. А компания «Инвест Консалтинг» выпускает журналы, книги. И вот дошла очередь и до газет. Газета наша создана в 2008 году. Выходит она третий год. И выходит она в еженедельном режиме. Довольно долго не было возможности отпечатать газету типографским способом, выходила она только в интернете. И вот сейчас, с этого года, после того, как произошло объединение наших возможностей с Союзом литераторов России, газета выходит в печатном виде. И получается следующая ситуация, то есть это еженедельник, который публикуется на сегодняшний момент тиражом 1000 экземпляров. И газета распространяется по всей России, распространяется бесплатно по библиотекам. То есть у нас есть специальная служба, которая рассылает газету в библиотеки. Занимается этим Сергей Викторович Беличенко, который наш официальный представитель в Центральном федеральном округе. И он занимается этим очень активно и профессионально. Кроме того, газета продается в лавке Литературного института и также бесплатно распространяется в различных литературных клубах. Я очень рад, что действительно вот это объединение реальное Союза литераторов у нас произошло. Оно произошло, на самом деле, конечно, значительно раньше. Пожалуй, это произошло 20 лет назад, когда Дмитрий Юрьевич вместе с коллегами создавал Союз литераторов еще на базе правкома. Я горжусь тем, что я был одним из... сподвижников Цесельчука, и что членский билет Союза литераторов у меня номер 7. Вот. И это для меня очень значимо и дорого. Последнее время мы выпускали совместными усилиями книги, в частности, визитные карточки Союза литераторов. Мы выпустили поэтические сборники, мы выпустили совместными усилиями альманахи литературные, в частности, «Вектор творчества» и «Словесность». И вот сейчас совместными усилиями делаем газету. Редакционный совет издания вошли Нина Давыдова, Арсен Мелитонян, Наталья Рожкова, Евгений Степанов, Дмитрий Цесельчук. Все это члены Союза литераторов. Редактирует газету Федор Мальцев, он сегодня в отпуске. Вот. Но тем не менее, как говорится, он мысленно с нами, он ежедневно работает над этим изданием. Но сейчас он на исторической родине в Израиле и приедет буквально через 2 недели и продолжит работу. В чем особенность этой газеты? Ну, наверное, прежде всего, особенность этой газеты заключается в том, что литературные известия отражают действительно литературный процесс. Вот существует много, на самом деле немного, но существуют литературные издания, которые
давно уже стали такими общественно-политическими газетами. Например, замечательная газета литературная. Это, на мой взгляд, уже такая центральная, федеральная, общественно-политическая газета. Там не только литературные события, там и вопросы политики, экономики, истории, философии и так далее. У нас все-таки узконаправленная газета, мы пишем именно о литературе, о литературных событиях, о литературных новостях, о вышедших новых книжках, о новых журналах, о тех событиях, которые происходят в Союзе литераторов России, о тех проектах, которые начинает и ведет компания «Вестконсалтинг». То есть это такая специализированная газета, посвященная литературному процессу. На сегодняшний день вышло 48 номеров. 48 номеров. И много ли это мало, судить вам. Но когда, просто могу сказать, это частная инициатива, и нет никакой поддержки со стороны государства, могу вас заверить, что это много. Потому что вообще-то газеты и закрываются, издательства книжные закрываются. Более того, многие издания переходят только в сеть интернет, но мы пошли другим путем. Мы из интернета возвращаемся в печать. И я думаю, что это для нас большая победа и большая удача. Естественно, мы, поскольку в руководстве Союза литераторов немало поэтов, естественно, мы печатаем много стихов. И будем это делать и впредь. У нас есть постоянная рубрика «Поэзия Союза литераторов России», которую ведет прекрасная поэтесса Наталья Рожкова, которая присутствует здесь, это руководитель секции поэзии Союза литераторов. Можно сказать, что это одна из самых больших наших секций, по-моему, более 200 человек она содержит. И Наталья выбирает авторов, выбирает стихи, составляет подборки, и мы представляем таким образом поэзию Союза литераторов. Это не значит, что мы не публикуем других поэтов, которые в наш союз не входят, разумеется, мы это делаем. Но тем не менее, приоритеты четко расставлены, и в первую очередь мы, конечно, печатаем и будем печатать поэтов Союза литераторов. Я очень рад, что практически в каждом номере у нас публикуется краткий курс истории Союза литераторов России, который написал Дмитрий Цесельчук. И вот в этом номере разворот посвящен истории Союза литераторов. И вот в текущем номере, который сегодня подписан в печать, тоже мы продолжаем эту тему. И, конечно, это наша история, история богатая, которая идет еще от Блока и Николая Гумилева. Но об этом Дмитрий Цесельчук сегодня еще расскажет. Сегодня мы почитаем стихи, авторам, естественно, будет предоставлено слово. Прежде чем передать трубку Дмитрию Юрьевичу, я еще хочу похвастаться нашими маленькими успехами. Дело в том, что компания «Вестконсалтинг» выпускает много изданий. Некоторые из них вы, наверное, знаете. Это журнал «Дети Ра», который входит в журнальный зал, в клубе которого мы сейчас находимся. Это журнал «Крещатик». Вот такой замечательный толстый журнал, который тоже издает «Вестконсалтинг», который издается уже более 10 лет, тоже входит в журнальный зал. И также входит в журнальный зал журнал «Зензивер», который мы делаем совместно с Валерием Георгиевичем Поповым, руководителем Союза писателей Санкт-Петербурга и руководителем Питерского пен-центра. Вот этот журнал тоже входит в журнальный зал. И пользуются, надо сказать, в Санкт-Петербурге большим авторитетом. Также совместно с издательским домом «Знание и сила» в этом году мы запустили проект под названием «Знание и сила. Фантастика». Это очень популярный
был в свое время журнал, потом он 2 года не выходил, но вот сейчас, объединившись, мы стали этот журнал выпускать, и со следующей недели он поступит во все киоски «Желдорпресс». Для нас это огромная победа и удача, потому что это уже массовый тираж, и он дойдет до читателя однозначно, потому что через киоски «Желдорпресс» продается, конечно, самая разнообразная литература, и я очень рад, что там будет продаваться и настоящая проза, фантастическая проза. Скажу, что здесь мы печатали таких мэтров, как Сергей Лукьяненко и Станислав Лем, автор «Знание и сила», и даже братья Стругацкие. То есть это для нас такой серьезный, очень важный, значимый проект. Я даже не исключаю, что он может быть и коммерческим. Вот такие, значит, эти журналы я представил. Еще мы издаем «Альманах Илья» вместе с Ириной Медведевой. Мы издаем журнал «Футурум Арт». И в июле мы возобновляем очень серьезный тоже проект, который называется «Персона Плюс». Это интернет-журнал о популярных людях. Значит, тоже у нас этот проект начинался где-то 1,5 года назад. Потом был у нас такой перерыв вынужденный. Но сейчас мы его возобновили, опять-таки объединившись с родственными структурами. На этот раз мы нашли поддержку в Германии. И такой проект в июле будет возобновлен. Вот в целом, что я хотел рассказать о нашем проекте «Литературное известие», о других наших журналах. И сейчас предоставлю слово сопредседателю Союза литераторов России, прекрасному замечательному поэту-переводчику, поэту Дмитрию Юрьевичу Цесарчуку. Ну, я тоже хочу всех нас поздравить вот с чем. У нас есть своя газета «Мол». Она из печатного варианта перешла в электронику. Да? Но она распространялась только по нашим региональным отделениям, включая московское. И поэтому вот эти 1000 экземпляров, они расходились в своем кругу. И произошло вот такое вот насыщение. В данном случае я поздравляю с выходом на более широкие горизонты. Вот, в лице Евгения Викторовича мы такие возможности имеем. Я сегодня считывал вот продолжение краткого курса истории Союза литераторов. И был рад, что на первой странице там интервью, взятое у Лимонова. Когда-то очень одиозные фигуры, но, как там правильно в этом интервью говорится, замечательного литератора, тут уж ничего не отнимешь. И поэтому, как бы вот такой некоторый элемент скандала в газете присутствует, а это здорово. Потому что иногда вот берешь литературную газету и все, что там есть, как бы все эти договорные материалы, довольно трудно вот вместе переварить. Что-то одно выхватишь, там прочтешь подборку Евгения Степанова, жителя подмосковного города. Как удельная станция удельная. И обрадуешься. Ну, потому что знаешь политику, что москвича напечатать трудно, а сельского жителя можно. И так как Степанов замечательный поэт. Лимонов начинал тоже как поэт. Да, конечно. Вот этот симбиоз издателей и поэта – вещь чрезвычайно редкая, потому что как бы, он нас вот, через свои печатные издания погружает в тот кусок объема литературы, который он освоил. Ну, можно сказать, что там тираж у газеты 180, по-моему, тысяч, а у нас всего 1000. Но, во-первых, это идет еще и в электронной версии. И стоит в читальном зале.
А вот Женя не даст мне ошибиться, сколько вот сейчас уже посещаемость? У нас сейчас посещаемость очень... Спасибо, Дима. Значит, вот хорошо, что Дмитрий Юрьевич сказал про интернет-версию. Дело в том, что действительно создан проект «Читальный зал», создан он при активнейшем участии Арсена Меритоняна, который здесь присутствует, и при поддержке Татьяны Тихоновой, руководителя журнального зала. То есть мы, как видите, ни с кем не конфликтуем, а наоборот объединяемся, поддерживаем друг друга. И вот мы создали этот читальный зал, который вышел сейчас на 20 тысяч посетителей в месяц. То есть 20 тысяч, когда мы начинали, у нас было... Я скажу, сколько. У нас было 2000 в месяц. То есть вот сейчас 20 тысяч. Это очень хороший результат. Арсен мне не даст соврать. То есть когда будет 40 тысяч, 45 тысяч в месяц, это уже коммерческий проект. То есть это уже становится рекламоноситель. Вот. И, естественно, тираж вот этой газеты, он не 1000 экземпляров, он больше, потому что газету реально во всем мире. Более того, в читальном зале сейчас еще размещен ряд изданий. Прежде всего, МОЛ, это наша газета «Союза литераторов». У нас появился анонс книжного обозрения, крупнейшей газеты федеральной. Но интенсивно, постоянно размещаются материалы, прежде всего литературных известий, потому что мы даем не только PDF-версию, мы даем и гвоздевые материалы, у нас так и называется, на что обратить внимание, 10 лучших материалов. И это привлекает, конечно, дополнительное внимание нашей аудитории. Естественно, читальный зал играет очень большую роль. Когда это такой получается симбиоз, печатные версии плюс интернет-версии. Результаты хорошие. Они, я чувствую динамику роста. Динамика роста существует. Это совершенно точно. Ну, печатные издания никогда не выйдут в цифру. Хочется пошелестеть газеты, полистать книгу. И от этого желания, ну, по крайней мере, вот люди нашего времени еще не скоро избавятся. И поэтому, ну, конечно, победа. Ну, а если говорить более конкретно, вот песни «Краски победы», это связано с тем, что газета майская. Только что прошло празднование победы, и понятно, что с этого надо открывать. Вот Баратинский у нас «Мой дар у Бог» и «Голос мой негром» написан через «А». Значит, мы по эту сторону. Помните, как у Свифта, тупые язычники, те, которые яйцо с тупого конца разбивают. Вот Баратынский пишется двояк. И так, и так можно, и так, не ошибаюсь. Но мы на стороне Баратынского, потому что основные издания вышли с этой буквы. Это Нина Давыдова дала указание, и мы присутствуем. Давай хитрый, мы за скоростью света. Я же не Санкт-Петербург считал. Вот, и считал, и поправили, поправили. Вот. Ну, тут вот действительно газета носит рабочий характер. Стартовал Волошинский комплекс. Московский. Московский счет начал работу. А в третьем номере, я усмотрел сегодня третий номер, опережая события, могу сказать, что West Consulting стал лауреатом премии «Московский счет». Заодно за нашу книгу. Насколько я понимаю. Вот, поэтому воевать среди своих, конечно, приходится, но надо искать компромиссы. Надо искать компромиссы, потому что делить нам особенно нечего, пространство небольшое. Вот, и кто с какого входа войдет в литературу, это очень важно. Мы вот такую глубокую куздру сочинили. Вот. Поэтому, вот, скажем, то, что здесь у меня помещено, краткий курс истории Союза литератов в России, взято из книги «Противостояние к 20-летию Союза литераторов России». Ну, действительно, 20 декабря Моссовет, после выступления Шеварнадзе, который всех поверг в панику 1990 года, да, что идет фашизм, диктатура, интеллигенция на баррикады. Нам эти бумаги буквально в клюв вложили, вот, о регистрации. И долго, но потом еще юридический адрес доносили, еще что-то. Вот, поэтому это, конечно, знаменательная дата.
И мы как бы вот весь год, 20-летие, ну а в декабре уже будет все это точно. Ну, о чем этот краткий курс? Ну, вы прочтете, вам раздадут. Ну, скажу только вот о начале. Значит, там такие маленькие рубрики. Литераторы, А большое в центре, литер Беттеры, ну, не важно, Б там можно было большое поставить, кое-какеры и другие. Ну, как вы видите, все время возникает проблема. Вот я, например, кое-какер видел через дефис. Но тут кое-какеры уже как бы остались без дефиса, будем их принимать такими, как они есть. Вот. История вопроса очень простая. Во время войны раздавали литеры. Литер А полагался члену Союза писателей СССР. Литер Б члену Литфонда. Эти карточки давали возможность снабжаться чуть лучше или чуть хуже соседа. Но были еще люди, которые печатались кое-где и кое-как. Вот. Их прикрепили к правкомам литераторов, о которых мы ведем свою историю. Так что мы потомки кое-какеров. С самого начала, как Дима, мы называлось? Это называлось еще после смерти Сталина субординация. Субординация, она была буквально вбита в людей социально. Да. Интеллигент ходит в шляпе, рабочий, в кепке и так далее. Это субординация. Да. Это даже можно было в магазинах. Но заметить, разнились с кое-какерами как раз уже, так литераторы и литербеттеры. Да. Да, это уже... Да, Сваровского, они дразнились. Ну и додразнились. Все же события потом произошли, как-то все поменяло места. Да. Вот. Ну и вот и здесь сказано о том, как в отдельно взятой стране можно было организовать отдельный взятый союз. Наименование противостояния пришло вот в голову нашему координатору Мине Давыдовой. И я, когда воспользовался этим словом как ключом, я увидел, что у нас вообще спокойной минуты не было. Мы то обороняли наши вот помещения, полученные в годы расцвета демократии, вот, то, в общем, все время что-то происходило. Вот. Ну вот здесь есть такая еще главочка «Предтечи и плоды консолидации». Ну вот представьте себе этих кое-какеров, которые существовали в виде правкомов-литераторов. Правком – слово, которое можно расшифровать по-всякому. Можно сказать «профессиональный комитет литератора», а можно сказать «профсоюзный». И вот эти вот замечательные сокращения привели к тому, что после 1968 года, знаменитых пражских событий, выхода на Красную площадь за свободу нашу и вашу, Горбаневскую и шести еще человек, после этих событий профессиональные комитеты решили привести в разряд профсоюзных. Но откуда мы это узнали, в газете этого нет, это как бы эксклюзивный материал, мы делали запрос. Оказывается, и в те годы на запрос отвечали, а кем мы были. И нам прислали стенограмму заседания, значит, называлась она «О профессиональных комитетах литераторов», а заканчивалась «О профсоюзных». В процессе заседания профессиональный комитет сжали слово «правком», а потом, когда его второй раз разжали, то гармония заиграла совсем другую песню. Мы стали профсоюзными работниками, так же, как технички в издательствах, так же, как машинистки, работающие на государственном окладе. Всех приравняли, все вошли в профсоюз работников культуры. Ну, и еще, может быть, один замечательный момент. Как вообще жила та литература? Она жила, оказывается, очень хитро. У нас в единственной стране мира пишущий человек страховался. Из него ничего не вычитали, никуда не отправляли 1%, а 10% на гонорар, на суммарный гонорар того или иного издательства присылало государство. Ну, как им воспользоваться? Скажем, издательство «Совпис» огромное, большое. При нем, кстати, существовал правком при «Совписе». Большой, там 600 человек было. Все эти деньги вот, отправляли в Литфонд. Я как-то взял свою карточку в «Совписе», перевернул ее, и с обратной стороны было написано. 10% начисления на гонорар. Гонорар был
за переведенную книгу 4400 рублей в Литвон. А 1% вычитали вот самый профсоюз работников культуры. И они закорешились. То есть Литвон закорешился с этим правкомом. И как всегда, вот как правильно сказал Орлинский Гриша, как всегда, таким образом можно было наблюдать, следить. А получает ли человек гонорары? А как он их получает? А может быть, он устроился где-то дворником и сидит, а там себя пишет в стол. Гад такой. Вот. И поэтому эти кое-какеры, они контролировались, в отличие от членов Союза писателей, по гонорарным справкам. Если ты их не добирал, тебя просто исключали там из правкома. Ну, как я уже сказал, в Москве их было 4. Я был в правкоме литератора при Литфонде. Он так и назывался, почему-то, комитет литераторов. Вот. И там как бы был след. В остальных правкомы при Садписи, при Хрудлите не было понятно, где же Литфонд-то. А у нас просто на печати стояло правком литераторов при Литфонде. Ну и так вот сложились обстоятельства, я, пожалуй, в этом месте закончу, потому что лучше, если вы сами все прочтете, чтобы оказались единственными юридическими наследниками Литфонда. Правда, частичными, потому что там еще есть книги людей, умерших за 100 лет до нас. Но вот такая история. И не знаю, что из этого последует, потому что это тоже элемент скандала. И надо сказать, что Степанов это уловил и вот и подарил Лимонов, например, в 3-м номере. Но пока все. Спасибо, спасибо, дорогой. Вот еще в этом номере мы напечатали рецензию на очень хорошую книгу, на мой взгляд, которая называется «Тем, кто по-русски видит сны». А автор – это Наталья Рожкова. Книжка замечательная, тоже мы же, собственно, ее и издали совместно с Союзом литераторов. Хочу только сказать, что о поэзии Натальи Рожковой писали самые разные люди, но, например, Вадим Валерьянович Кожинов. Вот. Я думаю, что мало кто из присутствующих, да и вообще нынешних авторов, может такое о себе сказать. Да вот обо мне Кожину. Хорошие материалы. Поэтому я с удовольствием предоставлю слово Наталье Рожковой. Наташа, пожалуйста. Спасибо. Конечно, эта книга вышла исключительно благодаря поддержке Союза литераторов и издательству «Бестан Салтин». За это, конечно, низкий поклон и Евгению Дмитрию. Вот, я немножечко тогда из нее и почитаю, да? Конечно, конечно. Я прочитаю два такие маленькие стишочка, посвященные моей дочери. На самом деле она уже взрослая девушка. Это было давно написано. Кусты, деревья неприлично яркие, чехольчик инея на ветке поутру. Я с дочерью гуляю в старом парке, согнувшись, ее за руку беру. Учу ходить, осенний воздух звонок, и все вокруг, смирившись, отцвело. Мне кажется, что я сама ребенок. Земля так близко, небо так светло. Еще такая тоже коротенькая зарисовочка была. Читает моя дочка дядю Степу и пухлыми губами шевелит, как Мэрилин Монро над книгой Каннингс. Вот. Ну, я хочу... Про Ослика прочитать. Ой, про Ослика. Гриш, я не помню, у меня здесь есть? Есть, есть. Да? Да. Не может быть, что не было. Ослика. А Петербург можно, да? Можно. Можно? В Москве можно. Сейчас. Это я, Гриш, не помню. А в оглавлении там можно посмотреть? По-моему, его нету. Ну, есть книжки? Есть, есть. Попробуй так что-то могу найти. Нет. А, да, есть. Это в парке Борбска называется. Действительно, там много очень симпатичных животных. Юный ослик мягким носом ткнулся мне в ладонь. И скудный он пучок травы жевал. Как божественный младенец ощущал щеку нежно, это теплое дыхание под звездой Вифлеема.
Вот, ну еще вот хочу такой прочитать стишок. Ну, знаете, когда я его писала, я, честное слово, я никого не хотела обидеть. А получилось, что вот вроде, наверное, немножко обидела. На самом деле я люблю этот прекрасный город. Ну, просто я написала о том... Наташа, ты Артему в глаза смотрела, он читерский. Да, можно? Вот, называется «Признание». Эпиграф «Люблю тебя, Петра, творение». Я тебя не люблю, Петербург, Ленинград, Петроград. Потому что сидит на игле золотой, непогоде по-прежнему рад. Серый, грозный орел, он за каждым движением следит. Здесь Есенин вошел в Англитер, здесь был Пушкин убит. Перья влажны от сырости вечной, и клёкот пугает людей. Убежать бы от страшных квадратов твоих ледяных площадей. Чутко дремлет корабль, что бабахнул тогда холостым. Столько судеб сгубил, превратив их в две строчки и дым. Отчего-то носил имя древней прекрасной зари. Хоть на запад смотрели стеклянные очи твои. Плотник-царь, усмехаясь жестоко, здесь пот утирал. Здесь монахов взлетали куски, караул, караулить устал. Если что-то осталось в душе моей и в голове, я щеку припадаю к любимой растрёпе Москве. Спасибо, и можно мне напомнить газетку? Конечно, Наташа, конечно. Нужно. Аплодисменты. Вот для этого вот такого вот председателя. Ленинград, председатель. А что? Грища. Вот, можно ли? Председателю можно. Конечно. Можно. Друзья, еще продолжая наш вечер, я хочу сказать, что целый ряд проектов за последнее время мы осуществляем в тесном сотрудничестве с правлением Союза литераторов, с такими замечательными писателями, которые в этот союз входят. В частности, я очень рад нашему сотрудничеству с культурологом, с замечательным поэтом, человеком, который всегда поддерживает начинание нашей компании, начинание Союза литераторов, это Арсен Меританян. Кстати говоря, мы тоже и выпустили книгу Арсену, и именно Арсен поддержал идею газеты. И, кстати говоря, вот сейчас мы в следующем номере даем анонс одного фестиваля замечательного, который пройдет в Грузии. Вот это идея Арсена – давать анонсы того, что будет проходить в литературном мире, в литературном процессе. И я с удовольствием предоставляю слово Арсену Меританяну. Спасибо. Спасибо, Женя. Добрый день, дорогие друзья. Рад вас всех приветствовать. Ну, действительно, мы встречались несколько раз и приняли решение о том, что такая газета нужна, литературная. Литературное известие – это, безусловно, и печатный проект, и, безусловно, интернет-проект. И этот проект должен быть стать, как нам представляется, в течение года. Вот мы здесь с вами свидетели как бы первого такого обновленного номера. А вообще планируется, сколько у нас, Жень, в течение года мы обсуждали, ну, больше 20, так. Больше 20. Порядка 24-25 выпусков. И вот нам представляется, что за год этот проект должен развиться и действительно обрести ту силу, то значение, которое мы ему все вместе придаем. Да, у нас несколько совместных проектов. Мне было интересно, мы встречали Женю, и, собственно, мы так вот и начали наше сотрудничество, когда мы обсуждали вопрос читального зала. Представляется, что, конечно, это очень важно, и, безусловно, это очень повышает рейтинговую часть и печатных, и интернет-изданий, когда мы можем оперативно узнать, какое количество читателей, какие интересы, какое количество заходов на сайты и прочее, прочее. Это все сегодня звенья одной цепи. Безусловно, нужно работать и в интернет-поле, и в печатном поле. То, что касается проектов, о которых хотелось бы сказать, и проекты, которые хотелось бы, чтобы вы поддержали. Ну вот, я с радостью увидел, что, значит, номер литературных известий открывается материалом «Песни и краски Победы». И в этой связи мне хотелось бы вот о чем сказать. Значит, буквально в апреле месяце при поддержке Федерального агентства Росохранкультура
был запущен проект, который называется «Солдаты Победы». Интернет-проект. Он очень простой, на самом деле. Значит, если вы зайдете www.soldaty-y-pobeda.ru. Значит, что это за проект? Это проект, где каждый человек может оставить информацию о либо знакомом, либо родственнике, либо близком каком-то человеке, кто имел то или иное отношение к войне. Причем это не только солдаты, воевавшие на фронтах, но это труженики тыла и люди, которые пережили блокаду и так далее. И мы дали такую рубрику «Хранить вечно», потому что, безусловно, интернет-ресурс позволяет нам сегодня сделать достаточно большое количество материала и этот материал постоянно обновлять. Сайт очень простой, то есть любой человек без труда может зайти, зарегистрироваться и разместить на этом сайте любую информацию, связанную со своими родственниками, с кем-то из близких, с семьей, фотографии разместить, и, соответственно, он регистрируется как бы по двум сразу направлениям. То есть, во-первых, это человек, о котором говорится, это все в алфавитном порядке. Но если вы знаете, несколько лет назад была издана книга памяти, ну, это некий такой виртуальный вариант, иллюстрированный вариант книги памяти, где каждый человек может рассказать о своем близком человеке, который прошел через горнило вот, Великой Отечественной войны. И с другой стороны регистрируется человек как личность, которая, собственно говоря, разместила этот материал. Так вот, что интересно, и почему я сейчас скажу, а почему я об этом говорю именно на нашей презентации. Сказалось, что да, очень большое количество людей, которые зашли. Буквально за первую неделю зашло около 800 человек, которые сразу разместили материалы. У нас модераторы просто были в ужасе, потому что, с одной стороны, было прекрасно, что так сайт сразу стал популярным, с другой стороны, конечно, обработать 800 обращений, потому что, естественно, нужно все просмотреть, никакой цензуры нет, но, тем не менее, мы все равно все просматриваем, чтобы не было каких-то вещей порочащих или которые были бы компрометирующими. Если сегодня вы наберете в интернете, в Яндексе, скажем, «Солдаты Победы», этот сайт выйдет как бы номером один, да? Значит, к чему я об этом говорю? Что, наверное, было бы правильно, если бы сегодня мы обратились к членам Союза литераторов, к нашим знакомым, к нашим близким людям, да, ко всем, кто пишет о войне, кто говорит об этом и в поэтическом языком, и языком прозы, и языком публицистики, журналистики, чтобы появлялись материалы на этом сайте, связанные с Великой Отечественной войной. Потому что хуже всего в нашем мире компанейщина. Вот не дай бог, если сейчас мы отпраздновав так, как мы отпраздновали 65-летие, через год об этом забудем. Вспомним снова к 9 мая, когда, так сказать, снова придет 66-я годовщина Победы. Да? Вот. А людей этих осталось очень мало. И каждый из них достоин того, чтобы о нем рассказали, или имеют ветераны Великой Отечественной войны. У каждого из нас кто-то погиб или участвовал в Великой Отечественной войне. И это мог бы быть совместный проект Росохранкультуры и Союза литераторов России. То есть в моей власти, как, собственно, инициатора этого сайта и создателя этого сайта, да, договориться и разместить, соответственно, сделать ссылки и на читальный зал, и на журнальный зал, и на сайт Союза литераторов, сделать перекрестные ссылки, чтобы с одной стороны, была у людей возможность познакомиться с той литературой, которая связана с Великой Отечественной войной. Да? Безусловно, у каждого из нас есть какие-то вещи, посвященные Великой Отечественной войне. А с другой стороны, так сказать, будет возможность зайти на уже соответствующие наши сайты, да? И таким образом расширить аудиторию. Потому что людей беспокоят когда мы говорим о том, что вот какая-то компания. Нет, действительно, наше общество беспокоится. Удивительно, но какое количество людей откликнулось, и какое количество людей молодых. Есть люди, которые там 75-го, 79-го, 80-го года рождения, которые размещают по 30, по 40, 50 биографий солдат Великой Отечественной войны. Поразительно молодые ребята, да? Вот, и вот так, такая ситуация. Поэтому... Да. Если бы ты прислал текст... Я пришлю текст, да, это и, собственно говоря, мне вот сейчас, я почему об этом говорю, я надеюсь, что мы по времени не очень ограничены, потому что каждый, наверное, скажет то, что у него наболело. Мне кажется, что с этой точки зрения и проект «Литературные известия», и проект «Солдаты Победы», и деятельность Союза литераторов
и других наших родственных союзов, которые с нами вместе могли бы отдать дань уважения и почтения и как-то представить свою литературу в этой связи, мне кажется, это был бы интересным проектом. Ну, вот мне так представляется. Это первое. Второе, я хотел бы сказать о том, что когда мы обсуждали литературные известия и этот проект, мы говорили о том, что, безусловно, эти издания должны быть в том числе и тематическими. Да? Что важно? Безусловно, важно публиковать выдающихся, достойных людей, литературу, поэзию, стихи, журналистику. Все это великолепно. Но есть еще масса действительно литературных событий и событий в культурной жизни, общественно-политической жизни страны, на которые мы не можем не откликнуться. Да? И поэтому хотелось бы, конечно, чтобы мы продумывали, и в дальнейшем мы ждем от всех членов Союза и наших всех друзей предложений по тому, каким датам, каким событиям, каким специальным мероприятиям мы должны посвящать те или иные материалы. Это не обязательно, что газета будет полностью посвящена, скажем, этому событию, но тем не менее, да, какие-то материалы, половина, значит, например, газеты, может быть посвящена тому или иному событию, и это позволит нам дополнительно дать возможность этой газете жить, дополнительно распространять ее в тех местах, где проходят те или иные события, таким образом давая какую-то новую грань, скажем так, вот этому литературному процессу. Ну вот в том числе, конечно, мы, наверное, обсуждаем, да, вопрос, о котором я тоже скажу, это осенью 130-летие Блока, открытие памятной доски Блоку в Петербурге, и, наверное, вот как раз материалы, связанные с Союзом литераторов, наверное, что-то связанное с Блоком, наверное, что-то связанное с основанием Союза и с литературной жизнью Петербурга как раз в данном случае, наверное, нужно было бы поместить, если, дай бог, все будет хорошо. Пока что сведения такие, что решение принципиальное как бы есть о этой доске Блоку, но вот сейчас мы ждем. А ты скажи более подробно, потому что не все знают. Значит, ну, поступила как бы инициатива от нашего коллеги из Петербурга, известного такого человека в Петербурге, он, правда, не литератор, но, тем не менее, очень близок к нам, он коллекционер, он известный мастер, который создает в Петербурге прекрасные камины, продолжая традицию северной столицы, потрясая один из лучших сегодня каминных мастеров, Владимир Марков. Очень известный человек в Петербурге. Он живет в доме, в котором жил Александр Блок. Вот. И он выступил с инициативой о том, что он готов взять на себя изготовление этой доски, чтобы эта доска была установлена на том доме, где он живет. Вот он обратился к нам с предложением с просьбой поддержать. Союз литераторов принял такое решение. Мы написали соответствующее письмо правительству Санкт-Петербурга. Был сделан эскиз. Выслан устав, в котором сказано, что мы ведем с, как бы, первым председателем Союза был Блок. Вот. И принципиальное решение, значит, есть. Сейчас вопрос стоит за тем, чтобы в течение вот ближайших месяцев прошло утверждение сама доска. Мы сейчас поменяли немножко письмо и гарантировали то, что, значит, мы как именно общественная организация, обязательская организация, литературная организация, готовы брать на себя обязательства по сохранению этой доски, но мы очень рассчитываем в данном случае на поддержку Володи, потому что абсолютно чистый, бескорыстный, очень умный и талантливый человек, который тем более вот выступил с такой прекрасной инициативой. Так что думаю, что если все будет нормально, то в ноябре месяце, в конце ноября, мы эту доску в Петербурге с вами все вместе будем открывать. Конечно, к этому моменту хотелось бы, чтобы мы подготовили какой-то ряд мероприятий в Петербурге. Можно, естественно, как бы такую связку сделать Москва-Петербург. Но если все будет нормально, даст Бог, мы вот сможем в Петербурге открыть доску и поговорить о Союзе. Вот. И вот, конечно, к этому моменту такая вот тематическая газета должна, наверное, появиться. Еще один момент, о котором я хотел бы сказать, я надеюсь, что я не очень употребляю ваше внимание, мне кажется, то, о чем мы сегодня говорим, достаточно важно. Значит, вот только что закончился 5-й Московский международный открытый книжный фестиваль. Да? Значит, что это такое? Это не просто площадка, на которой выставлены те или иные книги, это не выставка, которая проходит на ВВЦ, где, так сказать, издательство представляет свои издания, где на них можно посмотреть, тоже проходят презентации писателей и так далее. То есть это один формат. Здесь немножко другой формат. Здесь прошла как бы книжная ярмарка, но это было на втором этаже, а первый этаж был весь, вот он, презентации. Вот за 4 дня, с 11 по 14 июня, прошло больше 400 презентаций. Самых разных книг, самых разных направлений. Ну,
начиная от, так сказать, политических, так сказать, социополитических там, тем, которые озвучивали там немцов сотоварищи, да, так сказать, вот все эти политические доклады и прочее, прочее, и кончая, заканчивая детской литературой, поэзией, публицистикой и так далее. Мне представляется, что нужно сейчас, ну, не говорю, что сегодня, но в ближайшем как-то продумать эту ситуацию и попытаться, может быть, на 6-м этом международном открытом книжном фестивале представить и союз литераторов, да, просто заранее об этом подумать, и представить, наверное, итог деятельности литературных известий за год, потому что к тому времени как раз выйдет 25 книг, изданий, будет о чем говорить, да, вот. Наверное, стоит подумать о том, чтобы через год, как раз и 20-летие Союза, все, так сказать, прошло, да, и даст Бог все состоится о том, о чем мы говорим. Заранее я готов это как бы взять на себя, как бы потихонечку подготавливать эту ситуацию, да. Но мне кажется, что если бы вот вы поддержали, то через год, я думаю, что Союз литераторов должен был бы так значимо выступить на этом открытом книжном фестивале с серией презентаций, вот, представить газету, проекты и членов Союза, имея в виду все направления. Вот. Ну и последний, перед тем, как я совсем уж буду завершать, значит, я хотел бы сказать о том, что есть еще один проект, о котором я хотел бы, чтобы мы с вами подумали. Он связан с страной, в которой я уже последние 5 лет постоянно как бы тоже нахожусь, и страной, которая называется Черногория. Вот. Чем эта страна интересна? Ну, помимо того, что на будущий год мы будем отмечать 300-летие установления дипломатических отношений с Черногорией, которые установились во времена Петра I. Эта страна еще интересна тем, что в этом году по инициативе Союза московских писателей там прошел второй международный литературный фестиваль «Русские мифы». И оказалось, что это достаточно интересная история. Вот, которую мы можем подхватить, развить, сделать параллельно или сделать совместно, это мы должны думать. Но, тем не менее, этот опыт очень важен, потому что оказалось, что 50 человек, литераторов из Москвы, из Польши, из Великобритании, из Соединенных Штатов, приехав в Черногорию, смогли и отдохнуть, и уделить, так сказать, 3 с лишним дня разговору о литературе, и поговорить с коллегами из братской славянской страны в День славянской письменности и культуры 24 мая. У нас был круглый стол на очень интересную тему «Трансформация и литература». То есть это что происходило с Россией, Советским Союзом и с Югославией за последние, так сказать, 20 лет, и как это повлияло на литературу. То есть я предлагаю подумать о возможных выездных мероприятий, о возможных семинарах, которые бы привлекли людей на достаточно длительное количество времени, оторвали их от каждодневного быта и дали бы им возможность одновременно и отдохнуть, и поделиться своими, так сказать, мыслями о литературном процессе, и почитать свои произведения, и познакомиться с культурой, ну, в общем, достаточно богатого балканского региона. Значит, на будущий год такой фестиваль планируется на май месяц. Значит, просто тоже вот как бы пока положить на полочку, подумать, что, может быть, какие-то материалы мы могли бы в газете тоже разместить. По русскому мифу, это какие-то исследования были? Значит, этот фестиваль, собственно говоря, он получил название по книге Юрия Дружникова, значит, писателя-эмигранта, который 2 года назад скончался в Соединенных Штатах. Вот, и он представлял как бы различные направления творчество, в том числе и поэзию, и публицистику, и прозу. Но как бы вот подоплека такова, что писатель создает мифы, да, так сказать, писатель живет в мифах, писатель создает мифы. Вот. И вот такое как бы название. Это имеет отношение ко всему, но мы можем по этому поводу более подробно как бы поговорить. Но я с Союзом московских писателей достаточно, так сказать, дружеские отношения, как мы уже говорили, как Женя говорил, да, мы все вместе, мы, так сказать, в едином литературном процессе. Поэтому я предлагаю просто в рамках этого фестиваля, в рамках самостоятельного какого-то проекта подумать о вот таких формах. Это тоже важно, потому что когда человек выезжает, когда человек сможет раскрепоститься на определенное время, и ему не нужно бежать там на метро или что-то еще, а он может спокойно, так сказать, спокойно говорить о чем-то, что у него наболело, то, что ему хочется, чем ему хочется поделиться, мне кажется, это важно. Ну вот, собственно, эти темы я хотел осветить. Мне думается, что проект литературных известий имеет гигантское будущее.
Вот. И именно в той связке, о которой говорил Евгений, это и непосредственные встречи, это и печатное слово, это и интернет-ресурс. И вот соединение всего этого, мне кажется, должно в течение года дать достаточно серьезный эффект. Вот, потому что хочу сказать, что интерес к литературе нас здесь немного собралось с вами, да, но вот я был свидетелем того, сколько пришло людей на этот 5-й Московский открытый книжный фестиваль. В прошлом году 12 тысяч человек. 12 тысяч человек. В этом году, несмотря на жару 12-го, на ураган 13-го и так далее, народу было огромное количество. То есть интерес, безусловно, есть. Когда говорят, что там интерес к печатному слову, что там пропадает что-то еще, это все химера. Потому что, несмотря на День России, на выходные длинные, на дачи, на прочие дела, стояли очереди в июне. В июне. И, в общем, это не та ярмарка, где можно только купить литературу, как, скажем, да, гигантские очереди стоят на... к книжному фестивалю на ВВЦ в сентябре. Да. Здесь купить было можно не так много, потому что был на втором этаже представили некоторые издательства свои книги. В основном это были презентации на самые разные темы. Но вот 12 тысяч человек, которые решили свои выходные с детьми, так сказать, да, в разном возрасте прийти и послушать. Нам, мне кажется, стоит обратить на этот фестиваль внимание и на будущий год к нему серьезно подготовиться. Вот. Извините за столь длинные выступления, но мне кажется, что те вещи, о которых я говорил, наверное, может быть важны для дальнейшего развития проекта. Ну и несколько стихотворений из той книги, которые издали совместно Союз литераторов и издательство Висконсалтинг, как раз это приложение к альманаху «Словесность». Вот замечательная серия. Вот такая же книжечка у Наташи. Несколько стихотворений. Ностальгия. Если не окликнешь, ностальгия, я не вспомню даже, где живу. И закроют облака тугие тот рассвет, что серебрит траву. Для людей не будет мало дела. Пусть моря и солоны от слез, я останусь в данных мне пределах неуслышанным за грохотанием гроз. Не утешу друга, не заплачу от чужой неведомой беды, не пущусь в дорогу на удачу, не пробьюсь сквозь вековые льды. Если ты со мною, ностальгия, даже самый-самый длинный путь я пройду. За мной пойдут другие, будет им полегче хоть чуть-чуть. Позови, я твой вчера и ныне, лишь меняю время на часах. Самый верный спутник на чужбине – ностальгия, флейта в небесах. Еще одно стихотворение. Интересно, вот когда я его прочитаю, скажу, где оно было написано. Это тоже очень, очень важно, потому что важно не только то, что поэт сказал, но и то, когда и при каких обстоятельствах это стихотворение было написано. Это будет занятно. Стихотворение называется «Золотой петушок». Часы, часы идут, вышагивает время, спешащим шестеренком вверен ход его, и каждое мгновенье точно темя, в которой клюет петух золотой, что вечностью зовется. Сбежавшая секунда не вернется, запомнится лишь, может, нам она, да затрепещет чувственно струна в душе задетая. Ты, тайна, чудо, откуда вдруг мгновение, откуда ты возникаешь, и порою значишь так много. Жизни не охватишь всего, чем от щедрот одаришь вдруг, или отнимешь, замыкая круг. Стихотворение было написано, когда я в армии стоял на посту. Ты знаешь значок, да, Золотого петушка? Да. Серьезно, ты знаешь, да? Нет. Это значок КГБ. Не имеет отношения, да. Но, тем не менее, это вот как про то время, которое было потрачено, так сказать, стоя на часах у двери в ожидании, так сказать, прихода проверяющего по части. Вот и очень, очень захотелось поговорить про вечность. Да. Ну и последнее стихотворение, значит, это стихотворение имеет эпиграф из Саймака, из его произведения «Утраченная вечность».
слова такие: у него теперь почти не осталось времени. Льет дождь, холодно, пар изо рта, ветер, открыв врата на границе границ, швыряет птиц на лодке моей борта. Волны, как давние сны, поднимаются из глубины, волны пенятся на губах катамарана. Я — революционная грань Леграна, музыки, ставшей моей грандма. Блаженные крики Валторны поднимаются к небу. Я здесь еще не был, время падает ниц. Слышу новый аккорд прожитых лет, эскорт сопровождает меня, входящего в закрытый для остальных порт. Спасибо. Спасибо, Арсен, и за выступление, за замечательные стихи. Я думаю, что Наташа, когда Мышкова будет составлять очередную подборку, предложит и стихи Арсена. Потому что, да, обязательно замечательные стихи, и, как говорится, сам Бог велел в нашей газете и стихи напечатать. Я еще хочу сказать вот о чем. Газета такой вообще механизм довольно интересный, потому что здесь есть и элемент творчества в части, и элемент завода. То есть это какое-то такое соединение несочетаемого, казалось бы. Да? С одной стороны, поэзия, проза, публицистика, эссеистика. С другой стороны, это конвейер. Вот постоянная какая-то такая тяжелая, монотонная иногда работа. Кстати говоря, сегодня мы подписали один номер в печать, а завтра мы подпишем еще один номер, потому что материалов очень много, и мы просто даже не успеваем все это переваривать. Но тем не менее газета все равно ничего не пропускает. И материал о сегодняшнем вечере уже будет завтра опубликован. То есть это такой действительно маленький завод, где есть патагонная система. И вот все это выдержать можно только если ты чувствуешь поддержку. То есть есть поддержка твоих товарищей, твоих коллег, актива, литераторов. Тогда можно работать, тогда можно быть уверенным в том, что это дело будет развиваться. Я могу сказать совершенно ответственно, что я бы не взялся за этот проект в том режиме, в котором мы сегодня существуем, если бы не было поддержки правления Союза литераторов. И прежде всего, я вот ответственно это говорю, не было бы поддержки координатора Союза литераторов Нины Давыдовой. То есть, если бы Нина не сказала: «Жень, вот давай, делай, я тебя поддержу», я бы не стал делать. Вот мне бы кто угодно там говорить, я бы нашел 10 причин вежливо отказаться. Я, в общем, такой исхитрился. Нет, сказал, что ты был настойчивым. Нет, но я ждал поддержки, я ее получил. Я ее получил, и действительно, вот сейчас, когда мы делаем газету, Нина и организовывает, и авторов, и смотрит как корректор, и потому что не надо забывать, что Нина прекрасный журналист, филолог, публицист, да, выпускница прекрасного вуза МГПИ имени Ленина. Вот. И, конечно, вот эта поддержка, которая есть, но для меня она очень важна, значима и просто необходима, потому что есть некоторые вещи, которых я просто не знаю. А Нина знает, и есть кому обратиться, слава Богу. Женя, я сейчас ведь ударно несу. Ну, я готов. Никто не знает. Говори. Никто не знает. А вот удар, чтобы ты нанесла, я тебе даю микрофон. Держи. Да, господа, пока мы здесь говорили о литературных известиях, нам наносят удар, совершенно неожиданно, со стороны воспитанницы Арсена Мелитоняна и Дмитрия Цесельчука Антонины Егоровой. Только что нам принесли новое издание, называется «Газетенка», и они вступают в борьбу с нами. И здесь разные материалы, и мне хочется один маленький прочитать. «Факты из житяги. Ленин, гриб или наши баяны.
так называется раздел, и маленькая. Собаку Лайку отправили в космос, заранее зная, что она погибнет. После этого в ООН пришло письмо от группы женщин из штата Миссисипи. Они потребовали осудить бесчеловечные отношения к собакам в СССР и выдвинули предложение, если для развития науки необходимо посылать в космос живых существ, в нашем городе для этого есть сколько угодно негритят. Ну и так далее. Так что эта газета вступает в борьбу с литературными известиями. И я хочу, чтобы сюда вышла Антонина Егорова, член Союза литераторов России, совсем недавно еще школьница знаменитой школы. Мы ее напечатали в «Альманахе. Словесность 2007». Сейчас она студентка полиграфического института. Все, Тонечка, рассказывай, что ты с нами сделала. Я что-то не ожидала, что выйду сюда и буду что-то рассказывать. Мы тоже не ожидали. Ну, это, в принципе, газетенка. Я не хочу сказать, что не имею никакую претензию на то, что это высокое искусство или еще что-то. Просто я не хотела делать газету, а хотела сделать что-то необыкновенное, связанное с экзистенциальными переживаниями. В принципе, это то понятие, которое может каждый понимать по-разному. Поэтому и моя газета, конечно, не для всех, кто скажет, что это полная чушь. Ну, другие, может, скажут, нормально, так сойдет. Ну, третьим понравится. Так что я делаю, можно сказать, для себя. Ну, не сразу делать газету для себя, да? Прекрасно. Спасибо. А вот в следующем номере будут стихи Сырова, да? Будут. В одном из... Может, он что-нибудь оптимистическое прочитал? Ой, потом. Замечательные стихи. И, во всяком случае, вот про китайцев там оно такое с политическим таким подтекстом. Я его даже не рискнул публиковать про китайцев, потому что это мне скажут, это, китайцы придут и... Да, ну стихи это хорошие, конечно. Да, пока еще китайцы не пришли. Это имеется в виду. Здесь-то можно зачитать? Здесь можно. Это такое... Царь, это второй номер. Я его на память не помню. Пока еще китайцы не пришли. Такое стихотворение очень серьезное, политическое. Александр Петрович, конечно, конечно. Я по поводу мысли уходит, по поводу... Пожалуйста, возьмите микрофон, потому что мы записываем. Готов слышно. Пока он ищет, записывается через микрофон. Два слова. Арсен, по поводу блока, да? Мне кажется, есть очень важная тема. Ну ты представь, я ну, кто-то знает, наверное. Кукле, да, Валентин Кукле, председатель Союза Крови, Союза литераторов. Вот, тема очень важная в связи с блоком, потому что, ну, во-первых, мы ведем свою родословную от блока, от Гумилева. И многие тексты этих поэтов, мне кажется, они вот не совсем правильно раскручены в некую социальную сторону. Ну, то есть, вот этот пресловутый 12-й блока. Ну, весь блок повернут не туда. Блок – это поэт там, фиолетовых бездн. Вот. Мое там понимание, мое исследование блока. И мне кажется, вот так как мы все-таки литераторы, мы должны вот, найти те эксклюзивные тексты тех поэтов, вот Блок, Гумилева. Я сейчас спрошу, многие из вас читали, например, Гумилева, Андрогин такой вот. Эксклюзивный редкий текст. Кто читал? Или Бальмонта, например, редкий текст, который великое ничто. Кто читал? Вот, вроде бы легкий поэт Бальмонт, да, вот, все мы знаем. Да. Вот. И неожиданно, вот, если я вот занимаюсь исследованием таких эксклюзивных текстов, вот этих авторов, да, находится именно редкие темы и по смыслу, и по каким-то актуалиям. Вот. Почему-то они, вот эта тема, она выброшена. Я тебе хочу сказать, эти ответвления можно найти что угодно. Ну, вот все-таки взять вот Есенина. У него масса тоже ответвлений. И Кабацкое, и всякие пошлые выражения. Он был тоже, будь здоров. Но светится он не той звездой. И всегда будет светиться. Ну, для нас важно именно... До сих пор еще народ из грязи вытаскивает, чтобы только показать именно чистые стороны, которые несет, в частности, поэзии, которая всегда встает над прозой. Гриш, к микрофону потом, пока вот
Сыров ищет текст, я вот хочу завершить свою короткую. Пока еще китайцы не пришли, он ищет текст. Вот, мне кажется, вот это. Запугали поэта. Вот это направление очень важно, и вот мы его должны как-то проакцентировать. Нет, будете писать? Ну, что-то да, что-то написано, что-то. Шаршов в этом номере вполне может появиться такой серьезный исследовательский материал. Замечательно. Да, передаю вот без микрофона. Александр Петрович Сыров. Ты читал уже здесь, акустику изучил. Никогда. Нет, первый раз. Вообще очень приятное место. Я не знаю, как... Нет, а тут уже записывается. Записывается такой. Не был готов, но ну, реализация всегда. Избранный из последних, да? Да. Ну, сейчас дачный сезон, поэтому дальше будет. Настоящие дачники ходят в пижамах, забывая об уличной давке и хамах, смотрят в небо, когда возлежат в гамаках, и витают на крыльях мечты в облаках. Настоящие дачники ходят степенно и вкушают обед на веранде блаженно. На часок погружается в сладостный транс, ближе к ночи садятся играть в преферанс. А вот этот с лопатой, на вид неудачник, садовод огородный, какой же он дачник, озабоченный флорой египетский раб, обреченный выращивать свой баобаб. Он бы рад развалиться, как дачник, шезлонг, но исправно трусит за водой из колонки. Вот их дачный останется в области грез, ибо некому будет лопатить навоз. Вот такой лирический дачник. Мне кажется, ты можешь на свою поэму потянуть насчет дачника. Там найдется материал. В общем, накопать можно. Да, навозом. Нет, хороший, яркий будет здесь. Идет обоз с Парнас, как это, идет обоз с Парнаса, что-то такое, везет на обоз Пегас. Ну, еще одно. Красивый, как Аландулон, без счета девушек разделан, природою не обделен, под старость ею был обделан. Печальный жизненный ток, не дома, это лирический стих, идем. Печальный жизненный ток. Ни дома, ни семьи, ни денег. Он совершенно одинок. Лишь борода торчит, как веник. В сердчишко ходит ходуном. Весь мир он злобно проклинает. А где-то бабушки о нем с улыбкой нежной вспоминают. Ну, последнее. Шекспир Толстого не любил, а также Данте, Рафаэль. Он Баха с Вагнером, извините, гнобил, по-видимому, выше цели. Толстого грозный строй томов заслуживает уважения, труды властителя умов и мастера нравоучения. Читательский почуя пыл, беру я том, взъерошив челку, но тут же ставлю взад на полку. Шекспир Толстого не любил. Про китайцев решил не рисковать. Да, решил не рисковать. Раз председатель совета не рискует, ты автор. Китайцы с ними шутить лучше не нужно. Ну что, я думаю, Григорий Орлинский прочтет стихи нам. А что же, больше никто не хочет? Да? Нет, то хотелось бы вам предоставить слово, чтобы вы прочли. Здесь пафос. Я хочу немножко сказать за Петербург, Ленинград, из Москвы. Дело в том, что, по моему мнению, вот Петербург – это самый трагический город, можно сказать, ну, в России, а может быть, даже и в мире. Он, во-первых, создан не на 100% русским гением, но он стал так своеобразно похож на европейскую налицию. Не зря, собственно говоря, и Бродский вспоминал его, сравнивая его с Венецией.
Никакие другие города нельзя было не сопоставить. Здесь еще можно найти. И теперь вот, судя по всему, вот видно, что не найдется даже такого гения, чтобы восстановил то, что было создано этими самыми всеми предшественниками. Просто нельзя. Это вот так же, как восстанавливали эту мебель дворцовую. Ее в свое время даже крепостных отправляли таких с наибольших умельцев в Европу, чтобы они там научились. Этому самому. Они немножко реставрировали, что-то такое где-то соединяли, делали. Но создать такую вот оригинальность и продолжить это, по-видимому, так не получилось. Это вопрос гораздо более серьезный, чем Мерседес сделать. Даже это, вот. Москва, она такая более такая татарская, узкоглазая. Она больше такая с таким купеческим ухватом. Она... Больше выдержало. Буддийская Москва. Да, да, да. Вот может даже и вот... Ну, я по-другому сказал. Нет, это Мандельштам. Да, даже не брать Мандельштам. Хотя он там гениально тонко подмечает это самое. И такой гибкий позвоночник там, имею в виду, этот самый. Все это так. Ну, так что вот в этом отношении он просто переживает этот уникальный город. И его пытаются как бы сделать, как переделать, но это... Получается, вы видите, как это ужасно получается. Это трагично. Если еще в Москве даже как-то можно что-то такое строить, она вроде как бы так обновляется. Хотя все время не обновляется. И каждое поколение вспоминает, насколько уютнее было в предыдущем. Вот это вот, если подумать, если уже говорят много о чем-то таком одном, то надо подумать об этом, как делать. Если одни говорят неуютно, другие говорят неуютно, то что это за комната, как в ней можно жить? Так вот и получается в этом отношении. Ну, я уже не говорю о трагизме маленьких городов, таких как Калуга, там, Тверь там, и все прочее. Да им уже там кости не долетают почти, это сами. Ну, стихи давай. Время качает дорожные знаки, вьюга над Марсовым полем гудит, что нам достанется следом за нами. Ветер неистов, немилостлив, дик, и возвращаются старые связи, новых мостов не разорвана сеть. Что же ты медлишь под знаком развязки, вечно незваный чужой Одиссей? Что же ты смотришь на белые полчища, голос сирен, словно тающий снег? Что же ты... Волком затравленным ползаешь, выхода ищешь, а выхода нет. Видишь, деревья, как вещие пастыри, скорбно застыли над каждым окном. Сколько же можно спешить и опаздывать, падая ниц перед вечным огнем? Ну, в общем. Вернулась женщина ко мне, совсем негаданно, нежданно, так может... Возвращаться снег и падать первозданно. 100 000 звезд отозвались и вырвались свободным роем, и, падая, кружился лист над памятью и над землею. И обновленно, и легко луна качалась над планетой, и в распахнутых окон горело лето. Ну, еще одно, конечно. Будет сделана ставка последняя. Приготовьте рулетку, крупье. Что у вас за душою, наследники? Время стало намного скупей. Время стало намного дороже. Ждет исхода нещадный раскол. Скоро, скоро на наши дороги окровавленный выйдет дракон. Побежим из зеленого детства, а куда?
где он, истинный дом? Будет жутко покою хотеться, но его и во сне не найдем. Может, еще? Конечно. Взошли иные времена, но почему душа тоскует, колоду старую тасует, кому, чему она верна? Взошли иные времена, иные песни зазвучали, но никого нельзя узнать ни в радости и ни в печали. Взошли иные времена, но меньше мучеников стало. Судьба судьбу переиграла. Да суть одна. Война, война. Взошли иные времена. Спасибо. Вот сейчас мы еще опубликуем стихи и выпустим книгу «Любовь и красави». Люба, почитаешь стихи? Любовь красавица. Теперь его можно. Я прочитаю одно стихотворение. Название приблизительно такое. О связи любви, погоде, любви и прочем. У моря погода безвольная только. У моря погоды ждут, точно, безумные. Это в наш-то самодостаточный век. Подумайте, даже тень отца Гамлета в достоинствах всяческих странно наивна. Женщине верить лишь потому, что любишь. Бедный, бедный юродивый, бледную тень отбрось. Подставляться цинично откажемся. Нереально понять, ни конкретно принять. Никакая она не королева, и совсем уж никакая мать. Пожалуйста, не начинайте про замирание сердца, не флирт, а в косы все такое, а то, без чего нечем жить. Мы что-то об этом читали, мы как-то об этом грустили, мы стойко на этом стояли, конечно, на ваших плечах. Послушайте, как сослагательно, если бы не было вашей великой любви, если бы не было вашей наивной судьбы, откуда бы взяться нам? Хватит сиротствовать, хватит, не плачь, мать, не плачь, какая уж есть королева, какая-никакая, а мать, помню, помню. У моря погоды, а надо ли слабовольно ждать? А надо, а стоит ли слабоумно ломать? Все патологически просто, решительно и беспросветно, кругом и полный назад. Но в каждом самодостаточном вздохе, но в каждом самоуверенном звуке, в каждом шорохе мне слышится твой СМС. Позвони. Спасибо. Прослушал самые разные стихи, написанные в разных стилистиках, в разных манерах. Но все эти стихи действительно очень яркие, запоминающиеся и какие-то особенные. Я думаю, что вот этим и интересна русская поэзия, своим многоголосием, своей такой полистилистикой. И хорошо, что есть возможность сейчас таких самых разных поэтов публиковать. Для этого возможности созданы. Созданы они при помощи Союза литераторов. И я всех призываю, членов нашего Союза, быть активнее, присылать нам в редакцию материалы, и стихи, и заметки, какие-то анонсы о ваших вечерах, которые проходят в самых различных клубах литературных, на разных площадках. Присылайте, мы будем такую информацию размещать в газете, на наших сайтах. Словом, эта газета ваша. Мы ее и создали для членов Союза литераторов. Мы ее создали для того, чтобы отразить
ту широкую и яркую палитру, которая существует. Палитру литературных имен. В Союзе литераторов такие замечательные имена существуют. Это, на мой взгляд, действительно подлинно профессиональная литературная организация. В принципе, все, что мы хотели сказать, мы сказали. Ну, может быть, кто-то еще хочет выступить. Микрофон свободный. Пожалуйста, если есть желающие, то, пожалуйста, мы предоставим слово всем без исключения. Если сейчас такого не возникло желания побеседовать еще, давайте сейчас попьем чаю и какое-то время еще пообщаемся в кулуарах, может быть, кого-то еще есть какие-то... Жень, а вот идеи. В Гушном клубе там Кайсару Таня присылала, да? Таня Кайсарова уже, конечно, опубликовала. Нет, есть уже, да, уже в этом номере? В этом номере еще нету, но сейчас надо сказать, что вместе с Кайсаровой и Татьяной Виноградовой не только опубликуем стихи в газете, мы выпускаем целый сборник вот этой студии, которую ведут Татьяна Кайсарова и Татьяна Виноградова. Этот сборник готовится, и я думаю, что предпечатную подготовку мы на следующей неделе завершим. Это огромный сборник, очень серьезная там работа предстоит. Да, еще буквально одно слово, дорогие коллеги. Я думаю, что я выражу общее мнение. Я хочу поблагодарить хозяев этого прекрасного помещения, этого прекрасного зала, наших добрых коллег из журнального зала за то, что такая возможность нам сегодня здесь предоставлена собраться. Вот. И я не знаю, если вы поддержите, я думаю, что было бы целесообразно, ну хотя бы раз в 2-3 месяца собираться здесь, вот тем же нашим, чтобы и обсуждать новые выпуски газеты, и какими-то, возможно, проектами делиться. Конечно, здесь не смогут собраться очень большое количество людей, но мне кажется, что самые заинтересованные люди для того, чтобы и поделиться мнениями, и обсудить проекты, и какие-то совместные планы, мы могли бы, я думаю, здесь собираться, и, может быть, по следующую встречу, можно было бы на сентябрь, например, если бы вы дали такую возможность, или там как-то уже все соберутся после летнего периода, чтобы мы еще раз собрались, к тому времени выйдет уже несколько номеров газеты, наверное, да? И можно было бы, наверное, еще раз собраться, воспользоваться вашим любезным приглашением и к вашей пользе, и к нашему, так сказать, всеобщему удовольствию. Здесь еще раз пообсуждать все те проблемы, которые мы сегодня подняли. Так что спасибо вам большое, я думаю, что я выражу общее мнение. Спасибо. Арсений, наш последний продукт мы хотим Татьяне подарить наш банк «Словесный 2009». Спасибо. То есть можно было бы, да, рассчитывать на то, что... Ну вот этот... сентября мы будем делать новый график. Да, но вот чтобы вы имели в виду, что где-то раз там как у каждого масса своих дел, но вот небольшим таким замечательным коллективом, которому не безразлично будущее литературы и некоторых проектов, которые мы делаем совместно, да, чтобы мы могли здесь собираться. Спасибо.